На свет появились малыши гепарда. Мать чувствует опасность от крутившихся рядом шакалов. Для них это легкая добыча. Самка гепарда бросается в атаку на шакалов, чтобы защитить малышей. Во время погони сама получает укусы от наглых хищников. Пока гонялась за одними, к малышам приблизился другой шакал. Услышав крик своего малыша, она спешит к ним и отгоняет всех врагов. Шакалы уходят. Малыши спасены.